Афонечка, Афонь, расскажи, ты куда сейчас собираешься? Сядет! И что вы там будете делать? Колдовать. Колдовать, колядовать. Какой-то ненормальный ребенок кричит, что в садик-то хорошо. Ты хочешь в садик? Какой же ты костюм с собой возьмешь? Медведя! А стишки ты знаешь, которые нужно, чтобы колядовать? Не знаешь? Забыль? Мы не учили. Да? Ну, понятно. Так, ну что вы разлеглись? Пошли одеваться. Антон! Ты ищешь, Афось? Мои ботинки. А где ты раз? Ну, вот же все стоит. Всем доброго утра. Мы сейчас с Гришкой будем завтракать. Выбрали яичницу. У меня будет с помидорами. У Гришки просто жидкая. Вот Гришкина готовится. Всегда вот эти вот соплички я потихонечку разбиваю. Я их не люблю. Ну что, будем завтракать? У меня вот с помидорками яишенка, чай с лимоном. Я прям в аквалоу почему-то подсела. Но чай с лимоном очень вкусно, мне теперь кажется. На Гришке два желтых. Ну, в общем, жидкая яишенка, чай, хлеб у Гришки. А у меня будет один пирожок, который Вера нам вчера передала. Спасибо, родня. Сейчас такое солнышко выходит. Вообще супер. Сейчас буду фоткать прянички. Вот эти вот рыба моя. Сейчас забыла, что у Антохи сегодня не будет физкультуры. Его забирать в 10:55. Вот сейчас уже поеду. Поэтому суп мой еще пока не доварился, но он на состоянии как раз том, когда будет вариться сам без меня. Вставляю на медленном огне. Здесь бульон из индейки, лук, морковка, картошка и немножко риса. Сегодня на обед будет рисовый супчик. Я уже здесь подготовила зелень и чесночок. Так что будем обедать. Сейчас немного приоткрою и оставлю и поеду за Антошкой. Что ты это еще один фломастером. А как ты так сделал? Не скажу. Не скажешь? Не скажу. А это все одним фломастером, и Гриша не скажет, да? Здесь просто свет плохой, лампочка перегорела, ну все, держи. Я не скажу, как я это сделал. Почему? Лайфхак. Ну, лайфхаки-то нужно рассказывать. Ну, короче, берешь один кончик фломастера, ну, самый светлый, который у меня был, это желтый. Я к желтому потемнее цвета, например, синий, там вот синий, фиолетовый, зеленый. Ты, короче, два фломастера, они целуются, да? Нет. Ну, кончики приложил, да? Ну да. А потом начинаешь рисовать, да? И он сначала пишет вот таким, да? Потом вот таким. А потом опять желтым, да? Да. У меня такое солнышко, так здорово вообще. А слушайте, так интересно, я же вчера была на открытии фитнес. Ну, пока там просто только фитнес, но там будет тренажерный зал. Вот, и мне так уже несколько человек написали, когда это все начнется. Но начнется тогда, когда найдутся люди, и тогда сразу начнутся тренировки. Поэтому я так думаю, что нужно позвонить в Александрию и сказать, что вы хотите. Попробовать, первое занятие будет бесплатное. Я бы с удовольствием пошла на все попробовала, чтобы понять, что больше нравится, потому что там будет несколько тренеров. Так что надо идти. Я пойду. Так, Антоше сказали делать эксперимент, да? Будем делать? Да. Сколько ты простоишь на голове, да? Или, да, какой, да. Или какой эксперимент? За сколько вода в морозилке будет льдом. Угу. Сейчас будет делать эксперимент. Так, включаем весы. Подожди, не наливай. Сейчас взвесим, сколько у нас здесь миллилитров воды, да? Так, сейчас ноль. Давай, добавляй. Все, убирай. Сколько у нас? Мало еще. Давай еще чуть-чуть дольем. 76. Угу. Я думаю, достаточно, да? Сколько у нас здесь? Убирайся. Ты кружку убери, так непонятно сколько. 126.
20. Давай 150 сейчас я сделаю, хорошо? Да всю выливай. Да зачем всю? Так она дольше же будет замерзать. Вот смотри. Сейчас сделаем, чтобы было 150. Сейчас 150? Нет, 146. Нет. Давай сейчас. Ну все, 150. Как я ставлю мазь. Бери, подожди, закрывай. Где я тебе крышечку давала? Вон она, беги. Пойдем сейчас крышечку. Вот, вот, вот она, ага. Давай, и потом ставим морозилку. Да, ставим морозилку и будем засекать время, да? Так. Будем проверять, да? Через сколько у нас станет вода льдом? Давай, поставили. Давай. Открываем морозилочку. Или холодная. Куда ставить? Вот сюда. Мам, ну давай, весы включим. Мороженое! Да то уже оно не очень, уже оно не очень вкусное было сразу. Так, ставим морозилку, да? Угу. Вот, иди, бери тетрадь, теперь запиши. Да. Ви. А, ага. Ви. Ви. Постави. Это вы и ага. А как мы вот так? Покажи. Я получил 5 по контрольной по русскому. Да ты что? А как так получилось, сынок? Легкая. Легкая? Хорошо. Антош, ты посмотрел свою воду? Что за воду? Опыты. Опыты, опыты. Какие? Лед или не лед? Полностью? А ну, пап, посмотри, лед. Да, да, лед. Лед. Прям полностью, а да? Зачем? Ну, поставь. Пойди, значит, запиши, что лед в 17:30, да, сейчас? Полностью лед, да, пап? Замерзла. Танцор мой, пошли. Подожди, машины. А вот тетя Верина машина. Давай, давай, ты же на дороге, Антоша. Где? Вот, Антош, смотри по сторонам, где? Хоть чуть-чуть. Где? Прекрати. Тетя Вера, ну, наверное, кого-то шмарго на танцы. Или Зою. Или Зою, да. Все, Антошка пошел. Я ему помогаю обычно переобуваться. Елка все у нас уже в станице не горит. Наверное, скоро уже уберут. Были мы. Привет. Здрасте. Давай. Ой, молодец. Так, дети зашли в Адидас. Ну что вам, понравилось бутылки? 990 пойдет. Сколько? 990 рублей. 1000 рублей? Да, 1000. А такая... Тут все по 1000, да? Как 1000? 1000 рублей. Сейчас выйдем, да, сейчас пойдем. А бутсы мы еще не смотрели. Пошли, кстати, бутсы посмотрим. А нет, а тут, по-моему... Это, а наверное, футзалки, да? В Adidas Kids тут а, будет. Здесь детских не будет, да? Да. Тут вот такие большие. Ну да, да, тут здесь надо большие. Надо в Adidas Kids. Пошли искать, где Adidas Kids. Нормально. Сегодня у нас садик вечеря на садик. Вечеря была? Да, садик. Да ты... Куда? Хотя бы коробочка осталась. Вон она наверху. Вон она с чебуреком. Родня. Надо ехать. И Диана. Скажи, пускай она там быстро ест. Там она, да. Она так голодная останется. Почему? Нет, ее там может и вы. Сейчас она. Здорово. Ой, Диана. Oh,
тобой Там же было плохо видно. Вот, да, тут же все такие красивые и счастливые. Красота. А мы заехали на бесконтактную мойку. Тут как-то два режима, да? Один за 180 рублей, другой за 250. Нет, это пенка. Да, кстати, похоже. На нас напала это, стая птиц. Чаек? Да, Глеб, как здорово.